Приветствую вас, друзья, с вами Варчик. Событие «Царство теней» стартовало, фан-режим был запущен. С 30 октября по 14 ноября он у нас работает. Режим 10 на 10, бои быстрые, динамичные, интересные, веселые. Там очень много различных скиллов, пассивных, активных, которые между собой можно миксовать и получать различные сборки там на таран, на кучу хп, на реген, на смешные какие-то перки, на заморозку, на поджоги, чего там только нет. Мне реально было весело, я 3 часа с кайфом поиграл. Рекомендую зайти, поэкспериментировать и на каком-то своем танчике что-то необычное поиграть. Также этот режим разбит на 5 этапов по 3 дня. Каждый из этапов приурочен одному из героев, которого можно забрать себе в виде члена экипажа, также еще стилизованную под него декальку. Нужно 8 раз попасть в топ-7 по опыту, используя персональный скилл каждого из героев. И есть еще задачка на маленькие коробочки, в которых маленькие награды. 2000 яблок нужно нафармить, яблоки — это опыт. Играете активно, результативно, получаете много опыта, и в победных боях вам засчитывают этот опыт в задание, за который можно получить 3 маленькие коробочки с небольшими наградками. Немного, но тоже приятно. Также есть еще большие задания, которые можно найти справа в ангаре в углу, которые тоже приурочены примерно к тем же самым заданиям, но более глобальным. Заработать 65 тысяч яблок или получить 5 членов экипажа. За это можно получить нашивки, медальки и очень красивый камуфляж с яблоками, который на таком дремучем черном дереве в лунном свете. Выглядит очень красиво. В принципе, вот такой вот режим. Быстрый, динамичный и фановый. Также в этом режиме можно еще создать взвод и с друзьями явно будет веселее. Также еще в магазине, в премиумном на сайте или же в игровом прем-магазине можно покупать коробки. Это уже большие коробки, контейнеры «Царство теней» и «Сокровища». Там в заданиях маленькие коробки, то другие коробочки. В этих больших коробках, во-первых, их можно купить за золото или за деньги. Одна такая коробка стоит 400 золота или 62 рубля, что в принципе равноценно. Со 100% вероятностью здесь может выпасть серебро, дни према, свободный опыт, резервы различные, а также бланки переподготовки. 25% шанс, что может выпасть любой из членов экипажа данного события. Также стилизованный под них 2D стиль и декали. Члены экипажа с озвучкой. Там, где мы их бесплатно получаем в режиме, тоже с озвучкой. И здесь из коробок тоже с озвучкой. И также есть еще 1,5% шанс на выпадение премтанков. Леший, Карачун, Кировец-1, КВ-4, КТТС, СТРВ-81, К2 и Гансала. Если вам выпадет премтанк, который у вас уже есть, то вам компенсируют 5500 золота, что является половиной от стоимости премтанка 8 уровня. Если вам за 69 коробок ничего не выпало в плане премтанков, то на 70-ю коробку гарантированно вы получите из коробки премтанк. Премтанки выпадают те, которых у вас еще нет. То есть, если, допустим, у вас половина из этих танков есть, то сначала будут выпадать тех, которых нет. Ну а потом уже не суть важно, все равно будет компенсация. Я открыл 42 коробки. Мне выпало 16 дней према. 1 250 000 кредитов. 55 тысяч свободного опыта. Все члены экипажа, кроме Кощея Бессильного. Но я смогу его получить, в принципе, по заданию потом. И выпал всего лишь 1-2D стиль, насколько я заметил. Также там еще были какие-то резервики. И остальная какая-то чепуха с декальками. Я примерно подсчитывал, насколько я запомнил. Поскольку конкулятора «что выпало» нету. Когда-то раньше давно он был, сейчас он куда-то потерялся. Но разработчики написали, что в следующий раз, я так понимаю, это уже будет Новый год, конкулятор, который показывает все, что вам выпало, на Новый год такое будет, а вот сейчас куда-то оно потерялось. Поэтому я подсчеты вел по своей такой вот танковой памяти, что запомнил, то и запомнил. Также мне еще выпало 2 премтанка. И скажу вам так. 1,5% шанс — это очень-очень-очень мало. Но за 42 коробки мне выпало 2 танка. Гансала, а также Леший. Это те 2 танка, которых как раз у меня не хватало из всех, которые есть в коробке. Все остальные у меня есть. Как раз таки я их и хотел. Особенно Гансала мне хотелось, поскольку это, ну, желанный танк. Также здесь еще можно купить за 4000 золота в клиенте игры. 3D стили. Молот Сварожича на Кировца-1. И чудище Заморское на Карачуна.
Теперь давайте расскажу свое мнение про танки, которые есть в коробках. Есть ли тут желанные танки, продающие коробку? В принципе, да, но не для всех. Здесь танки, в принципе, выше среднего, и есть более-менее редкие. Но все эти танки, которые здесь есть, уже можно было в какой-то момент получить. И очень маленькое количество людей, но все же оно есть, которым эти коробки могут быть неинтересны, поскольку все это можно было получить, и такие люди, наверное, есть, у которых все эти танки стоят в ангаре, и они смотрят, типа, ну да. Но все же эти танки в маленьком количестве были у людей на руках. В большей массе эти танки все же должны быть интересны. К тому же, большая часть из этих танков выше среднего. Самых-самых редких имбовых танков тут нет, мы видим. Но давайте по ним потихоньку пробежимся и немного на каждом остановимся. Леший — это Су-130ПМ, который можно было давным-давно получить бесплатно за марафон, тоже в каком-то там стиле. Это хороший, гораздо выше среднего, нормальный, добротный премтанк советский ПТ-шка. Я думаю, что есть люди, которые его хотят получить. Карачун, чуть меньше года назад можно было его получить в марафоне, его апнули, он сейчас неплохо играется. Тоже такой добротный, нормальный танк. Кировец 1. Тоже, в принципе, на нем играть можно. Есть люди, которым он очень сильно нравится. Я, конечно, понимаю его плюсы и минусы. Для меня это танчик, ну, чуть выше среднего. Просто я люблю точные пушки. В принципе, этот танчик недавно раздавали всем бесплатно, кто давно не играл. Поэтому, наверное, этот танк сейчас мало кому будет интересен. Также КВ-4 КТТС. Не самый простой танчик. Но в некоторые моменты он очень жестко своим ДПМом наказывает врагов. Но играть на нем тяжело. СТРВ-81 слабый танчик. Это самая слабая позиция среди всех, которые есть в коробке. Да, что-то там им немножко апнули, но чисто косметический ап. По сути, вряд ли кто-то этот танчик хочет. К-2. До сих пор редкий танк. Многими желанный. Многие рассказывают, какой он крутой и обалденный. Да, это танк про броню. Но никто не рассказывает, что броня утянула за собой комфорт стрельбы и качество стрельбы. Танк все же гораздо выше среднего, но он чисто про броню с явной уязвимой зоной, которая пробивается несложно, и прятать ее не так уж легко. Это крыша башни, она легко пробивается. Но все остальное супер-мега бронированное. Если крышу куда-то спрятать, то по сути очень тяжело его пробить. Ну и, наверное, самый желанный танк из этой коробки – это Гансала. Он был у нас один раз в аукционе. Это все же до сих пор редкий танк. Но, тем не менее, все эти танки хоть раз где-то когда-то но продавались. Но для общей массы все же половина танков из этой коробки должны быть интересными. И из слабых танков здесь, ну, по сути, один прям явно слабый танк – это СТРВ-81. Так, если посмотреть по ресурсам, по стилям и членам экипажа, которые здесь выпадают, то наград не сильно много в коробке, и как-то не сильно кажется, что ты в плюс там уходишь. Только когда выпадает танк, и если он выпадает раньше, чем на 70-ю коробку, ты чувствуешь, что ты явно ушел в плюс. Вот я за 42 коробки получил 2 премтанка, ну и все остальное, что я уже перечислял, там 50 тысяч свободки, 1 250 000 кредитов, немножко там дней према и остальное какой-то чепухи. Так, если по ресурсам посмотреть, то их как-то-то не особо-то и много. Но основной вес это в этих премтанках, которые я хотел получить, и я их получил. Я коробками доволен. Но почему-то я на них смотрю, они как-то вот не выглядят прям супер щедрыми, эти коробки. Только из-за того, что выпало мне 2 танка премиумных за 42 коробки, я доволен как слон. Как раз я потратил все золото, которое у меня было. Там 1800 на сдачу осталось. Как-то все вот в притирочку. Но что бы было, если бы везение бы не сработало? Ведь шанс всего лишь 1.5%. Я был бы явно недоволен. У меня было бы, наверное, чуть больше там членов экипажа, или 2D стилей, или каких-то там ресурсов вместо этих танков. Я явно был бы недоволен. А ведь это чистое везение. Выпадет мне премтанк за такое количество коробок или нет? Чтобы он гарантированно выпал, нужно 70 коробок. На 70 коробок у меня золота не хватало. Те ресурсы, которые бы мне выпали вместо танков, ну, честно говоря, у меня было бы ощущение разочарования, если бы они не выпали, но они же выпали. Мне сложно сказать, стоит ли брать эти коробки или нет. Мне кажется, это как-то вот 50 на 50. Если у вас много лишнего золота на аккаунте, какого количества танков вам не хватает из тех, которые из коробки могут выпасть? Насколько вы их хотите, нужны они вам или нет.
Если вы над этим подумаете, я думаю, вы для себя ответите сами, стоит ли брать такие коробки или нет. Я, в принципе, посмотрел несколько видосов, как люди тоже открывали коробки. Им тоже прям танки более-менее выпадали. Пока что я не видел, чтобы кто-то был сильно недоволен и ничего ему не падало вообще. Но я не исключаю, что такие, наверное, будут. На мой взгляд, в целом событие удалось. Пишите свое мнение в комментариях. С вами был Варчик. Играйте красиво, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачи, пока. We'll be right back.